Продлеваем жизнь печени до 100 лет. Продукты, которые восстанавливают нашу печень. Добро пожаловать на мой канал. Посмотрите это видео до конца. Печень выполняет множество функций в нашем организме. Поддерживает обмен веществ. Фильтрует токсичные вещества. Обеспечивает организм глюкозой и многое другое. Врачи уже много говорили о том, как тщательно нужно следить за здоровьем печени. Но некоторые люди эти советы игнорируют. А зря. Ведь в будущем могут начаться проблемы со здоровьем в целом. Но, к счастью, печень может восстанавливаться на ранних стадиях. Я хочу рассказать вам, какие продукты могут помочь в этом деле. Самым полезным продуктом для нашей печени является облепиха. Она не только обеспечивает защиту органу, но и выводит из него вредные токсины. Облепиха богата витаминами С и Е, что помогает быстро вставать на ноги. После любой болезни. На Руси люди делали облепиховый чай, или по-другому его еще называли напиток долголетия. И не зря, ведь это чудо-ягода обладает противовоспалительным действием. Для печени морс из облепихи – это самый настоящий подарок. Но какие еще продукты полезны для печени? Например, хороший зеленый чай, который содержит большое количество антиоксидантов. Если вы будете каждый день перед сном выпивать кружечку горячего зеленого чая, то уже через 3 месяца заметите улучшение. Вы будете чувствовать себя легко. Будет всегда хорошее настроение и чувство бодрости с утра. А как насчет брокколи, капусты и цветной капусты? Они тоже богаты антиоксидантами, которые помогают защитить печень от различных повреждений и облегчают ее восстановление. Кофе – тот самый напиток, который отлично бодрит с утра, но это еще не все его плюсы. Кофе хорошего качества помогает печени снимать воспалительные процессы и препятствует накоплению вредных жиров. Фрукты и ягоды богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и пищевыми волокнами. Они могут помочь восстановить печень и снизить воспаление. Особенно полезны грейпфрут и виноград. Но эти продукты будут положительно влиять только при постоянном употреблении. Грецкий орех очень богат жирными кислотами, витамином Е, а также сильным антиоксидантом селеном. Потребление грецких орехов отлично помогает восстановить печень и защитить ее от свободных радикалов. Помимо определенных продуктов питания, правильное и сбалансированное питание является ключом к защите и восстановлению печени. Избегайте устриц, соленой рыбы и красного мяса, которые могут нанести вред печени. Вместо этого лучше есть свежие фрукты и овощи, белок рыбы и белок легких мясных продуктов. Печень играет важную роль в нашем организме, поэтому ее защита и восстановление являются важными задачами для всех нас. Облепиха, зеленый чай, грецкий орех, овощи, фрукты и ягоды – все они отличные помощники. Выберите сбалансированное питание и включите в свой рацион эти продукты, чтобы поддерживать здоровье вашей печени. Спасибо за внимание. Поставьте лайки и подпишитесь на мой канал.